Кирилл, ты вступил в соревнования с Максом по количеству гифок? Господи. Так, ребята, нет, всем привет. Нет. Сейчас у нас имеется кворум от группы. Собственно, все ли хорошо все слышат? Ну да. Да, да. Да, все, прекрасно. Если у нас в группе нет Никиты. Вот, ну, собственно, теперь давайте так, чисто ради теста, скажите по одному предложению поступательно с передачей слова. Вот я закончил свой монолог, передаю слово Ухину Максиму. Берни Сандерс победит. Но нет. Я выхватываю слово Максима, я считаю, что Берни Сандерс не победит. Господи. Я согласен с Кириллом. Так, ну давайте попробуем попросить кого-нибудь конкретного ответить, вот Данилу, например. Ты можешь что-нибудь нам сказать? Хоть любое предложение, вообще любое. Глокая куздра, штека, будланула, бокрый, кудрячит покрёнка. Я думаю, на этом можно закрывать чат. Первое, что мне пришло в голову, извините. Я припоминаю русский язык. Саша Жуков тянет руку. Саша Жуков хочет ответить, я вижу. Так, Александр. Иди, Трамп. Это все, что я хотел сказать. Блин. Барни говорит, что в Америка созрела для политической революции, но вот он как раз-таки проигрывает выборы, потом побеждает Трамп. Эти недовольные. И вот этот тест я буду отправлять преподавателю. Какой кошмар. Так, ладно. А что? Да не-не-не, я шучу. Ребят, в общем, вопрос ко всем. Вот сейчас здесь происходил этот, так сказать, это поступательная беседа. Все всех нормально слышали? Да. Да, все нормально. Очень хорошо. Отлично. Отлично. Все, замечательно. Не хуже, чем на семинаре. Окей, в общем... Тогда... А, то есть никто никого не слушал, да? Из подвала звучал, а так все нормально. Окей. Так, ну думаю, тест, ну, как бы видео для теста на этом можно заканчивать. Всем большое спасибо. Спасибо, Паша.